Вот Вера. Вера, здравствуй. Здравствуй, Вася. Ты что здесь делаешь? И вообще, где ты сейчас находишься? Вот я нахожусь в своей теплице. Вот это наш участок. Я хочу показать все это сестрам, братьям. Боре, Коле, Маше, Нине. Чтобы они посмотрели, вот как мы построили теплицу сегодня, сегодняшний год. Этот участок мы купили 3 года назад. Вот, 15 соток. Вот теплица, помидоры. Огурцов сегодняшний год нет. Прошлый год было полно огурцов. Вот у нас урожай. Пока еще помидоры только буреть начинает. Вот. Огуречки, вот не знаю, будут, нет ли. Ну так все нормально. Жарко. Да будут, конечно. Будут. Еще лето не закончилось. Да. Теперь пойдем дальше. А это Верина лавочка, она на ней отдыхает. Зайдет, от дождя прячется, мечтает. Вот какие помидоры будут. Крупные. Великаны. О! Они пока что еще зеленые, но уже наливаются. А теплица какая высокая. Да, постарались. Алексей вообще постарался. Вот высокая, теперь... наверное, где-то это 4 метра, наверное. Огуречницу такую теперь будет. Капуста. Целый участок капусты. Вот огурцов сегодня плохо, мало. Это вот помидоры на улице. Вот. Думаю, что покраснеет, но снимем. И скоро, как говорится, какой-то раз рослый. Ну, пораньше снимем. Так вот все. Вот пойдем, Вася. Вот, картошки сколько. Вот лук. Сколько это соток-то здесь? 15 соток. 15 соток. Да. Вот посмотрите, какой у нас соседний дом. Конечно, нам тоже хочется такой, но нет. Средств нет. Вон заготавливаем, пиломатериал заготавливаем. Может, что-то построим. Мечтаем. Мечтаем что-то построить. Вот. Все, вот лук, морковь, свекла. Вот эта теплица снаружи. Огромное такое сооружение. Будем готовить. А эта церковь находится рядом с Вериным участком. Находится церковь. Она всегда смотрит на эту церковь, всегда Богу молится. Да. Когда колокола звенят, бьют, и она всегда посмотрит. Молюсь, и все, начинаю опять работать. Это вот мы приготовили. Вот. Говорит ничего. Вот здесь мы наметили полочки. Будем строить домик. Ну, мы посмотрим, какой домик. Конечно, хочется бы хорошенький домик, но не знаю. Вот идет заготовка у нас. Вот заготовили пиломатериал. Конечно, еще не все. Вот, хочется, конечно, домик, чтобы здесь отдыхать, отдохнуть вечером. Поработали, что там. Рядом у нас озеро. Вася, покажи, где у нас рядом озеро. Вот, рядом. Вот. Это кабачки у нас. А вот здесь также рядом находится озеро. Они из этого озера берут воду и поливают грядки. Здесь совсем недалеко. 10 метров от участка. Сижу некоторый раз, наработаюсь, сяду около водопада, слышите, как шумит? Вот сижу и мечтаю, думаю о дальнейшем.
Конечно, скучаю по родине. Думает вернуться еще на родину. Не думаю, все-таки, наверное, я вернусь в Лунино. Хочется на родину в любое время. Вот Вася меня опять позвал. Вот неделю приехала, Вася меня опять позвал. Я думаю, в любое время ночь меня разбудит, я уеду на родину. Поеду. Рядом здесь находится водопад. После работы на огороде руки надо помыть. Вот озеро здесь рядом. Во всем пригождается. Это моя теща. Занимается сборкой урожая. Огуречки нам в дорогу даст. Что-то огурцы жухли. Рит, ты там где-то затерялась в вишне. Не видно. Чуть-чуть видно. Я здесь. Видно? Да. Вот они. Вишенки-то. Ой, падают. Падают. Скоро не будет вишен. В этом году очень много вишни. Мы наварили варенье уже 20 литров. Это не из сада. Ну, какая разница. Давай я посмотрю в корзине, что там, сколько тебе там в корзиночке. Вот сколько хорошая вишенка. Вишню крупную спелую.
кушает ее прямо. Прямо весь не может, прямо. Так смачно, да? Да, так смачно. Такая вишня, а в корзинке-то у него, ну-ка посмотрим сколько. Ух ты, какая прям отборная вишня. Прям он такой довольный, весь в вишне даже подзаморался немножко. Щечка красная. Вишни много. Вишня красная. Вась, кепочка красная. Весь прям такой вкусненький прям сам. Вот он мой красавчик. Ну все. Теперь снимаю мамулю. Так, мамуля собирает крыжовник, который уже начал спеть. Крыжовничек красненький, беленький, тоже сладенький. Крыжовник рядом с яблонькой. Уже яблочки уже краснеют вон на веточках. Прям такие. Они, правда, у нас не крупные, но вкусненькие. Там крупные надо фотографировать. Угу. Всем хозяйством садовым правит мама. Сколько сил надо. На все про все. Фазенда большая. Ничего не мотая. Сильно зря не портитесь здесь. Там фотографировать будете. Пригодится там. А сейчас мы находимся на трассе Лунина. Пенза Лунина. Остановились. Проезжаем мимо посадки. Посмотрели, там какие-то яблони растут. Меня Рита с Верой, с крестной, ну-ка быстро остановись. Сейчас мы посмотрим, что за яблоки. И вот они сейчас там рвут яблоки. Ну, правда, они немножко кисленькие, но ничего, они поспеют. Машину не оставляйте! Рит, как яблочки, нормальные? Крупненькие, хорошенькие. Поедем на обратном пути. Наберем. Наберем? Подальше снимаем. Вон вся. Сладкие? Ну да. Сладенькие такие прям, на этот. Все сорта разные. Угу. Собираем Васе урожай. Пензенский. Вот Васенька приехал. Морская душа захотела яблочки. Покушать. Василий Васильевич кушает. Сладкие ягоды. Яблочки. Вот. А вот Вера пошла дальше собирать. Уже пакет прибавляется. Ну-ка, Васек. Ну. Как тебе яблочки? Вкусные. На обратном пути наберем, наверное, коробку. Вот. Надо. Хорошо. Как красиво. А вон крестна. Ждет нас у машины. Крупным планом. Багажник открыт. Только набирать. Живет Машка Хендингтон. Лёшкина сестра. Маша! Я уехал, включил сюда.
Маш, здравствуй, Маш, здравствуй. Маш, на тебя нафиг. Мы из Челябинска, привет от Алексея. Пошли, пошли. Маш, да, я тебя прилюбаю. Маш, ну хватит здесь снимать, ты этот самый. Нормально все. Маш, ты у меня, Маш. Вверх, вверх, спасибо. Ну как есть, иди мне дать. Пойдем еще туда, где пробегать тебе. Сейчас, сейчас уже можно это заканчивать. Выключай, потом еще на другой стороне покажу тебе. Сейчас Маш туда поведем. Маш, маленько угнив. Вась, ну хватит, угни, что-ли. А там мы не посадили это. Курч нам привез вот этот маленький велочек. Возьмите огурцы, возьми, это, Вер. Ну что ли? А они не сажали. Вер, я как замочил огурцы, возьмите, тогда поедете. Туда да, возьмем, да. Возьмите, да, да, там салатка. Ага. Я же только замочил. Вон там яблони Лешкина, вон посадил. Сходи, Вася, вон там яблони ему сними. Вот, быстренько туда и обратно. Которая одна? Нет, три. Вот, вот. Там на этой тле. Вот. Три, какая... вот первая, вторая, вот третья. Вот. А он сажал туда. Вот. Да, смотри, какая это... Нет, она же все. Она же черный сразу сделала. Она уже отошла. Говорит, на меня вообще не внимание не обращает. На тебя там, ну знам, что ты делаешь. Ну, все, поговаривает, дескать, бросит. Нафиг, ну, пошли, тихо. Ну, что? Да, я мне работу шурает, спокойно. Сейчас работа с словами. А почему уменьшится-то? Он такой же, у него такой же возраст, как и у меня, вот. Ну, да, помогло. Ну, помню, ну, на три года. Да, два дня. Да, он 50 какого-то. Да. 50. Просто по болезни что ли хочет? Ну да, больше сердце у него. Да. И по-видимому, у меня... У кого? Вся... Коляш. Коляш. Маленький его на... Спасибо. Да.